Привет. Когда я мотаю катушки для своих экспериментов, иногда у меня витки срываются и возникает вот такая медная борода, а иногда и самая настоящая. Но что же будет, если просто взять этот комок медной проволоки и подключить его к неоновой лампочке? Скручиваем концы. Готово. Подогрею чаек в поле катушки. Ну-ка, попробуем. Высокая частота и напряжение просто обжигает пальцы. Невозможно удержать лампочку. Во, теперь наша бородатая катушка заработала. И галогеновая лампочка на закуску. Пишите в комментариях, что бы еще такого мне засунуть в электрическое поле катушки Тесла. Спасибо всем за просмотр.